Галину Лукашину, город Обнинск. Я расскажу стихотворение, которое называется «Нежданная любовь». Нежданная любовь не худшая, пожалуй, среди палитры чувств, испытанных уже. Нежданная любовь, вниманием, пожалуй, мой одинокий мир на пятом этаже. В печаль его добавь, в смятение тревоги, сумятицу звонков, надежды сладкий дым. В размеренный мой быт внеси свои предлоги, сломав за много лет сложившийся режим. Звериную тоску ночей моих бездонных объятием крепких рук, как цепи, разорви. Взметнется пусть пожар страстей моих нескромных, зажженный огоньком явившейся любви. Как легкая вуаль спадет с лица усталость, и нежность оживет в разбуженной душе. Нежданная любовь, я так тебя заждалась в двухкомнатной тюрьме на пятом этаже. Спасибо.